там раз и отдых, и что-то спасибо для бабочки. Школ, я имею в виду, врачи. Ну, вообще-то, я не спросила, как сказать, собака, дети, например, время там это... Конечно, это закон. Через этот берем, через интернет. Через интернет, да. Синтетические это страшно. Они, если никто ни за что не отвечает, спишут. Да, это тоже страшно. Сейчас активно во всех колледжах, школах, ну, пришкольных лагерях, в лагерях отдыха проводятся семинары, тренинги с детьми, молодежью по разъяснению именно по профилактике этого поведенческого фактора и к чему приводит потребление, первичное потребление, потом стадии зависимости. И здесь мы хотим акцентировать внимание на роль семьи, в роли воспитания наших детей.